Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра! Не так давно у российского артиста Стаса Михайлова была обнаружена двухсторонняя пневмония. Однако, тесты на коронавирус были отрицательными. И вот на днях певец объявил, что таки переболел COVID-19. Как удалось выяснить, после того, как Михайлов пролечил пневмонию, он решил сделать еще один тест на коронавирус в домашних условиях. Именно это анализ и показал у певца наличие антител. Стас призвал людей вовремя обращаться к врачам, если проявляются хоть малейшие симптомы заболевания, ведь это может спасти им жизнь. Также артист заявил, что в России лечение на довольно высоком уровне. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно поставьте колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать свежие новости каждый день. Спасибо за просмотр.